то время пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Возлюбленные братья и сестры, я рад приветствовать вас, и Слово Божие вновь собирает нас вместе, вновь хочет направить нас по пути спасения. Возлюбленные братья и сестры, Христос посреди нас. Слушая сегодняшнее Евангелие, одна вещь меня очень удивляет. Было слышно, что Христос находится в доме. Было слышно как? Но ведь не кричал же Христос. Значит, было слышно о Его делах. И сказано, что собралось очень много народа. Не сказано, было это верующие люди или неверующие, но значит, они знали, какие дела творит Христос. Значит, они хотели это увидеть. И теперь надо задать очень важный вопрос. А слышно ли, что в моем доме живет Христос? Я напомню вам, дорогие братья и сестры, что быть христианином, точнее, если я назвал себя христианином, это не значит кое-что знать о Христе. Если я назвал себя христианином, это значит, что я знаю, что Христос есть, был и будет. Я знаю, что Христос пребывает во мне, ибо я храм Святого Духа. Я знаю, что Христос пребывает в моем жилище, то есть там, где я живу. Христос, как сказал Он Сам: «Я с вами до скончания века, Он со мной». И вот теперь слышно ли, что в моем доме живет Христос? То есть видно ли, что я христианин? Я сейчас не имею в виду, что дом должен быть обвешан иконами с потолка до пола, и что постоянно из моих стен должны слышны быть пения акафиста. Нет, не это делает христианина христианином. Ибо какую любовь мы имеем между собой, так узнают, что мы ученики Христа. Значит, знают ли я, что в этом доме прекрасное отношение к другим людям? Значит, должно быть видно, как я отношусь к своим ближним, к родным, к соседям, к своим друзьям. И только по этим поступкам люди поймут, что в этом доме по-настоящему живет христианин. Я надеюсь, возлюбленные братья и сестры, что про каждый наш дом можно сказать именно так. Да, в нем видно, что Христос живет здесь. Но если нет, тогда, к
сожалению, мы христиане только по названию. Возлюбленные братья и сестры, Великий пост призывает нас с вами задать себе именно этот вопрос. Видно ли по мне, что я христианин? И если нет, хочу напомнить вам слова Спасителя. Никто, кто зажег свечу, не ставит ее под кровать. Наш свет должен быть виден. Свет нашей веры. Возлюбленные братья и сестры, свет Христов да освещает нас. Свет Христов да просвещает нас. Свет Христов освещает нашу жизнь. Пусть Господь сохранит нас в Своем свете.